А касательно внешней политики России? А что-то Россия сделает? БРИКС, ШОС. Игроки сильные, как Советский Союз развалили, опустив нефть, так могут и Россию развалить. Центробежная тенденция, за счет массы других всяких рычагов и факторов. Я не знаю, что там с ней собираются делать, но я считаю, что Украину использовали в качестве куска тухлого мяса до краба Путина, и он повелся, как негр на бусы. Кто использовал? Западные игроки. Они умышленно ослабили Украину, чтобы выполнил Путин свою давнюю мечту – отжать Крым. Ну, отжал, что дальше? А вы считаете, отжим или справедливое воссоединение? Я считаю, что это отжим. Я там родилась. Я из Керчи. Я совершенно не желаю, чтобы Крым был в России. А в следующем? Хотя я местная. Да потому что нечего там делать в России-то. Это долгосрочно неприемлемая концепция развития. Грамотная концепция развития – это развивать местное самоуправление, это развивать низовые институции, а не учреждать дичайший авторитаризм.